В Ульяновске состоялось первое в этом году областное родительское собрание. Мероприятие носит традиционный характер и проводится раз в квартал. Ульяновский дом научной коллаборации, на базе которого в этот раз проходила встреча, объединил родителей со всего региона и представителей 24 муниципалитетов области. И крайне важно, чтобы мы вот здесь, в режиме такого свободного микрофона, открытого общения, пообщались, обсудили о тех основных задач, которые стоят. Повестка собрания обозначилась темой формирования образовательных пространств, которые были рекомендованы Министерством просвещения России. Затронули прежде всего безопасность, а также поговорили о трудных детях и помощи семьям, в которых они живут. Для нас очень важно, чтобы родители были в курсе того, что происходит в системе образования. И сегодня мы как раз хотели бы поделиться теми основными направлениями по формированию и развитию воспитательной среды, которые мы, собственно говоря, вместе с педагогами, детьми делаем в школе. Потому что родители, еще раз повторюсь, это главные наши и помощники, и соучастники, и те люди, которые нас поддерживают. Большое внимание в рамках диалога уделили и системе дополнительного образования. Проект внеурочной деятельности «Разговор о важном» за пару лет существования успел полюбиться не только детям, но и их родителям. В этом году мы решили попробовать провести фрагмент занятий внеурочного занятия «Разговор о важном» на наших родителей для того, чтобы по итогам мероприятия каждого понедельника они смогли дома обсудить те внеурочные занятия. Дом научной коллаборации, созданный в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта образования, также является собой значимую площадку дополнительного просвещения, где школьники и даже учителя изучают современные направления в науке и технике. С момента открытия научного центра обучения в нем прошли 1230 детей и 234 педагога.